На остановке 50-й комплекс с утра до вечера ни души. Дело в том, что доехать до нее челнинцы могут только на автобусе номер 1. А вот уехать назад уже не получится. Следующая остановка – конечная, после которой единичка поднимается наверх, на улицу Шамиля Усманова, и отправляется в путь уже с нее. Неравнодушные жители города не раз обращались в народный контроль, чтобы обратить внимание на проблему, которая уже не один год. Особенно она обострилась с уходом большого автобуса номер 10. Мнение горожан выслушала съемочная группа «Челны-24». На сайте народного контроля была опубликована жалоба на недоступность транспорта в 50-м комплексе, на что получен ответ. Автобусы маршрута номер 1 курсируют через остановку 50-й комплекс. И в самом деле по проспекту Ишлек регулярно ходит маршрут под первым номером. Но на него мало кто садится. Никто не желает ехать лишь до конечной. Дело в том, что единица отсюда, она идет на конечную. Понимаете? Все. Здесь нету. Вы хотите на ГЭС поехать? Вы отсюда на ГЭС не уедете. Здесь можно сесть только до конечной остановки. Все. И 26-ю также, и все. Для того, чтобы добраться до центра города или в другие его районы, жителям 50-го комплекса приходится подниматься на улицу Шамиля Усманова. Остановка 50-й комплекс, она полезная в том плане, то, что я сюда могу приехать, но отсюда я никуда не могу уехать. В город отсюда, для того, чтобы уехать отсюда в город, нужно подниматься на остановку конечная. Это один проспект пешком. Как нам сообщил директор предприятия «Пассажирские перевозки», маршруты общественного транспорта были утверждены еще в 2015 году исполкомом города. И пока менять их никто не собирается. И как им быть, я затрудняюсь сказать. Это угол, ну никак там невозможно пустить маршрут как-либо. Возможно, в дальнейшем разработает, кто-то найдется умник. Однако челнинцы все еще надеются, что после того, как в городе вновь начнут курсировать большие автобусы, у жителей этого микрорайона появится возможность свободно уехать в любую точку города. Виктория Евсеева, Алина Мифтахова, Ильнар Мустафин, Челны-24.